Муфтий России Равиль Гайнутдин направил в благотворительный фонд «Инсан» 200 тысяч рублей на поддержку малоимущих дагестанцев. На эту сумму были накормлены 4 тысячи нуждающихся людей в Махачкале и 1500 по всей республике. Фонд «Инсан» поблагодарил российского религиозного деятеля за такой жест доброй воли. Этот поступок послужит ярким примером благотворительности для многих мусульман, говорится в сообщении фонда. Отметим, что последняя декада месяца Рамадан считается самым ценным периодом у мусульман.